Вот он, воскресенье, 4 сентября. В Москве полдень и 15 минут. А за окошком пасмурность превращается в солнечный день. Правда, местами могут пройти дожди, но уже сила мысли начинает вместе с братцем ветром раздувать эту пасмурность. День все равно будет пасмурным. Местами, говорю, пройдут первые осенние дожди. Но это осень, и у природы нет плохой погоды, поэтому прохладная осень 16-го года наступила и будет продолжаться. Здоровья вам, мира, добра. Берегите себя. Ну а солнце будет появляться иногда от силы мысли и взгляда только для вас. Это осень. И это воскресенье. Воскресный день с солнцем для вас.